Станешь чемпионом этой знаменитой восьмерки. Мы обязательно покажем вам это событие в мире единоборств. Турнир, финал чемпионата ОК-1. И, конечно же, все ждут с нетерпением этого события в нашем бойцовском клубе. Сможете убедиться еще раз в том, что мастерство ведения боя не знает пределов, не знает границ. Люсьен Карпин готовит Тайрона. И второй раунд. Эмиль Зарай, Хорватия. В черных трусах. Тайрон Спон, Голландия. В белых трусах. И Зарай в основном лоу-кик и по животу. Ну, вот немножко скользнулся, и чтобы не пропустить удар, пришлось повиснуть сопернике Эмиля Зарая. Очень опасно сейчас навстречу, через руку бил справа Зарай. Не достал. Как всегда, даже не провизирует, а настолько естественно переходит от одного действия к другому, так органично, что это всегда вызывает восхищение, некую даже зависть. Хочется идти тренироваться, чтобы вот точно так же работать красиво и легко. Очень умело Тайрон нейтрализует мощного разрушителя Эмиля Зарая. Действительно, дробящий удар у Зарая. Если попадет, то все. Но вот эти легкие прикосновения к перчаткам, рука, которая осталась там где-то на плече соперника, все это Тайрон Спонг использует. И Зарай не может как следует пробить. Сокращение дистанции, разрыв дистанции, смещение стороны в сторону и постоянный контроль. Фиксирует глазами соперника Тайрон Спонг. Ну а при сумасшедших навыках... А вот пропущен удар. Зарай пошатнулся. Это почувствовал Спонг. И на добивание ринулся он вперед победным маршем. Таким строевым шагом. Печатает шаг. И каждый удар приходит в цель. Продолжается бой. И гонг спасает Эмиля Зарая. Я считаю, что повезло хорвату. И слава богу, мы с вами не кровожадные люди, не какие-нибудь зрители Древнего Рима, которым подавай крови. Что делает боксер в ринге, если делает он это по-настоящему и с хорошим чувством, я думаю, что это, наверное, главное чувство бокса, красивого бокса.
левую руку всадил, а затем правым боковым попал. Добавил еще дважды и колено. Вот этого оказалось достаточно, чтобы свалить Эмиля Зарая, но Эмиль поднялся. Секунданты по углам. Третий раунд, и по-прежнему в ринге Тайрон Спон, Голландия, и Эмиль Зарай, Хорватия. Зарай в черных трусах, Спон в белых. Пытался контратаковать Зарай, но какие чудовищные удары есть в запасе у Спонга. Вроде бы такой игрун, так легко, непринужденно. Но бросается в атаку этот 22-летний парень из клуба Factory Карбин. Боевая фабрика Карбина. И тогда уже не стой на пути.